Лавандовые поля у всех ассоциируются с Францией, но эти кадры сняты в Таджикистане на полях фермерского хозяйства Муроджон-Ота в Турсунзаде. Саженцы лаванды завезли из Турции и посадили на 3 гектарах земли. Для выращивания лаванды в Таджикистане имеются все условия, подходящий климат, а самое главное, лаванда не требует много воды и ухода. Лаванда – многолетняя засухоустойчивая культура, которая может выращиваться на бедной почве, на склонах холмов, где раньше ничего не росло. Лаванда цветет лишь 1 месяц в году, и за этот месяц нужно собрать весь урожай. Местные цветоводы срывают соцветия, но не затрагивают стебель, чтобы растение вновь расцвело в следующем году. Из лаванды получают эфирное масло, которое используется в медицине и парфюмерии. Таким образом, выращивая лаванду на бросовых землях, фермеры получают прибыль и обеспечивают местных жителей рабочими местами. Мы за 1 день сбора лаванды получаем 55 самани. Я рада, что у нас есть возможность заработать, и это очень легкая работа и пахнет приятно.